Вот, в общем-то, тут очевидно, если посмотреть на эскиз изначальный, не хватает здесь объема у головы, то есть пятиугольник – это все, чем она решила ограничиться. Все абсолютно выглядит иначе, розы плоские, розы совершенно тоже так же различаются с эскизом изначальным. Ну и плюс асимметрия, то есть очевидно, у меня вот эта часть, она, ну, как бы не посередине, а середина. То есть тут все уехавшее, уши кривые, глаза кривые, нос, ну, я не знаю, это как работа. Рисунок третьеклассника, честно. У меня растяжки на животе беременности, я хотела их спрятать. То есть, как бы, вот эти части, они, конечно же, не скрыты. Здесь есть растяжки. То есть, это должно быть заполнено шерстью. Ну, как шерсть там? Ну, как объем головы. То есть, это какая-то, не знаю, шея, воротник у него должен быть. То есть, он выглядит совершенно иначе. Это не то. 26 января я обратилась, пришла непосредственно в салон. Записываясь, мы с ней обсудили все детали с мастером, с Натальей. Фамилию, к сожалению, я уже не помню, потому что у нее в каждых аккаунтах разные имена. Мы с ней обсудили, я рассказала свои нюансы кожи, то есть что у меня есть некоторые дефекты, которые я хочу, собственно, скрыть. Сможет ли она на ней, на этой коже работать? Она сказала да. Я спросила, ну, вернее, выслала ей примерный макет того, что я хочу, который я в программке сделала. Было очень нечетко, непонятно. Я сказала, что хочу что-то подобное. Нам не выслало несколько вариантов эскизов, мы с ней подобрали то, что мне нужно. Все, я пришла. Сеанс проходил в районе 6 часов. Было очень больно, но я терпела максимально. То есть, как бы, как я считаю, я не дергала совершенно. Почему сейчас мастер ссылается на то, что мне спокойно не лежалось, я не знаю. Ну, естественно, она себя будет выгораживать всячески. То есть, по итогу, работа не доделана, деньги приняты, мне их отдавать не хотят, ни часть, ни переделывать, ничего не хотят. Сейчас она, конечно, говорит о том, что я как бы она готова мне переделать, хотя со мной она никак не контактирует. Изначально я хотела с ней как бы по-доброму все это решить. Предложила ей вернуть часть суммы за вычетом материалов расходных. Вот, но она отказалась и опять же посмеялась. А, еще она сказала, что никаких денег от меня не видела. Вот этот момент и заставил меня уже написать в прокуратуру, в Роспотребнадзор и, собственно, в полицию. А вы как-то зафиксировали передачу средств? То есть вы переводили на карту или что? Я перевела 1000 на карту, остальное я отдала наличкой. Она скидывала скрин, где видно, что вы после сеанса, видимо, уже написали ей ВКонтакте, что все здорово, все хорошо. Такое вот дело что? Было, да. Ну, смотрите, изначально моя, так скажем, проблема была, чтобы скрыть растяжки. Когда я пришла домой, естественно, я посмотрела, ой, классно, классно, растяжек не видно, вроде как бы я довольна. Мало того, был отек, было много вот этого пигмента, который остался лишний, мало того, ну, под эмоциями, что ли, мне показалось, что да, вроде хорошо. То есть главная задача выполнена, растяжки скрыты, казалось бы. Но когда уже отек сошел, это примерно третий день, когда краснота сошла, я как бы удивилась о том, что отек-то сошел, и вот это вот все поехало в разные стороны. Ну, сейчас вы что планируете делать? На самом деле я жду, пока она выйдет на связь со мной. Я же должна как-то свои права защитить, правильно? То есть мне-то с этим ходить всю жизнь. Мне сейчас придется за дорогостоящий, так скажем, дорого сводить ее, потому что, ну, очень большая площадь, ее либо полностью забивать, но асимметрию уже эту никак не исправить. То есть, если вот эта луна у меня смотрит вправо, то ну как ее исправить? Только если еще одну там луну слева рисовать. То есть, это уже никак не исправить, и мастера за это не берутся.